Красивая женщина – это профессия. И если она до сих пор не устроена, ее осуждают. И каждая версия имеет своих безусловных сторонников. Ей с самого детства вскормленной не баснями. Остаться одною, а значит бессильную, намного страшнее, намного опаснее, чем если бы она не считалась красивой. Пусть вдоволь листают романы прошедшие, пусть бредят дурнушки заезжими принцами. А в редкой профессии сказочной женщины есть навыки, тайны и строгие принципы. Идет она молча по улице трепетной, сидит как на троне с друзьями заклятыми. Приходится жить ежедневно расстрелянной намеками, слухами, вздохами, взглядами. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина – это профессия, а все остальное – сплошное любительство.